нигде и не рекламировали, если честно. Приехали так к друзьям. Погнали вперед. Эксклюзив на эксклюзив, если честно. Тоже из кожи. Это нечасто, я не железный. Просто я терплю. У меня тоже из сердца. Его не обмануть. Я не железный, это нечасто. Больше не могу. Нет. День укрылся в темноте. 10:22. Я повис на полоске. Я в панике. Мысли роются во мне. Слышно и шаги. Ты стараешься задеть. Только это нечестно. Я не железный. Просто я терплю. У меня тоже есть сердце. Чего мне обмануть? Я не железный, это не честно. Больше не могу. Нет, 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 нет. Это правила игры. Снова обвинять. Обязательно напить. Я хотел обижать. Это ли любовь? Я не в силах устоять. Значит, не сможем, да? Это нечестно. Я не железный. Просто я терплю. У меня тоже есть сердце. Его не обмануть. Я не железный. Это нечестно. Больше не могу. Нет, 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 нет. Совсем не железный. Граждане, давайте, нас никто не видит, но у нас тесная команда, мы свободные люди. Спасибо. Такое, знаете, забытое ощущение, когда ты как будто бы заново начинаешь себя оценивать с определенных, с разных сторон. Может, это происходит в какой-то период жизни. А вам интересно вообще пол первого это слушать? Да! В какой-то период жизни думаешь, ну, надо опять в первый класс пойти, надо опять испытывать какие-то новые ощущения.
пронзает, не хочется, хочется что-то трогать.